Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов. Такое звание получил фестиваль «Тюрки России» на региональном конкурсе национальной премии Russian Event Awards. Напомним, фестиваль впервые состоялся в столице республики в конце лета. В региональном конкурсе участвуют 191 проект из Приволжского и Уральского федеральных округов. В финал вышли 102 проекта, в том числе и фестиваль «Тюрки России», который прошел в Чебоксарах в рамках Дня города. Следующий этап – финал национальной премии в области событийного туризма премии. Он пройдет в конце октября в Липецке.